Всех приветствую. Проезжала тут небольшую деревеньку, вот увидел здание, решил остановиться. Времени, правда, был ограничено, поэтому так немножко пробежался, снял, что успел. Вот это здание, похоже, сверху явно настроено было. И такое чувство, что там есть подвал, но, к сожалению, у меня времени не хватило все-таки оббежать это здание, так как оно все вокруг заросшее, поэтому не очень удобно там по кушарям лазить. Другое здание все-таки проник в один подвал. Очень довольно интересный подвал. И думаю, в ближайшем будущем я попаду еще в один интересный подвал. Там я его сверху поснимал немного, насколько смог, через этот ход, так скажем. Там нету лестницы, поэтому спуститься туда без лестницы просто нереально. Метра где-то 4 глубина. Здесь вот так зашел, честно сказать, все выглядит очень довольно современно. У меня не покидает чувство, что там есть огромный подвал, потому что все-таки сбоку, с одной стороны, я увидел серьезную очень трубу, и она уходит в землю. В общем-то, вот это здание, сейчас я туда пойду, но это подвал не увижу. Следующее здание, которое я снаружи не снял, там есть подвал. Я буду еще там как-нибудь и сниму все более подробно. Всем приятного просмотра, пока. Ну, вообще большое, да, здание? Очень. Сейчас посмотрим, что там, если можно вовнутрь зайти, посмотреть, что там внутри. Заброшенное такое шикарное здание. Интересно, продается, нет? Сколько стоит? Хотя тут надо бабла немерено вбахать, по-моему, на ремонт его. Сейчас попробуем вовнутрь проникнуть. Так, ну вот вижу я подвальный вход. Явно тут когда-то какое-то предприятие сделали с этого здания. Похоже, сейчас мы попробуем где-то пройти. А тут что интересно, сейчас вытащу. Вот кирпичи тоже. Многие на это внимание обращают. То есть они в землю уходят. Фундамента как бы мы не видим. Сделана вот каемочка, вроде как типа фундамента. Возможно, это уже было как бы на старом еще расстроили. Ну, в общем, сейчас попробуем туда пройти. Поглядим. Так, проникнуть-то я проник сюда, а толку-то, лестницы нету. Вот там видим, вот сколько тут глубина. Ну, раз, два, три, ну метра около 3,5-4 метров арочная дверь. Сейчас я попробую, пока лестницы у меня нету. Может быть, я когда-нибудь туда и попаду. Что тут мы увидим вообще? Ну, так, фонарь чуть-чуть изменим. Так, чтобы лучше было видно, там стена. Там явно что-то типа комнаты. Там явно много комнат. Так, с другой стороны тоже явно то же самое, похоже, комнаты. В общем, это пока все, что я в состоянии увидеть. В общем, вон там видите, как порог сделанный. Вот что он так сделанный? Для чего? Там явно не откопано до конца. Засыпано очень сильно. Дверь, навес. В общем, ладно, может проникну еще туда. Ну вот, вид изнутри. Двери, вы видите, как они интересно сделаны. Тендон, как будто окно сверху приделано или потом позже приделано. Сейчас надо будет посмотреть, как там с кирпичами. Ну ладно, сначала пойду по кругу. Что мы тут увидим? Ну вот видите, сверху балка идет. Окна закрывает. Явно здесь, скорее всего, все было по-другому. Такие окошки красивые делать. Ну хотя, кто его знает. Не берусь судить. Пока сложно. Но окна, конечно, прикольные. Для какого-то предприятия так
лет так 150 назад строили. Ну, конечно, везде так строили. Прикольно, прикольно. Окна не то что арочные, еще и вон сверху кругленькие. Вообще-то красота. Красота. С улицы я думал, что тут два этажа. Это, оказывается, сделано было под предприятие. Вот тут что-то уже доложено. О, кстати, там отверстие я вижу какое-то. Сейчас мы туда засветим. А там, кстати, с улицы я вижу какое-то окно. О, там окно я вижу через отверстие. Не знаю, видно будет, не видно. Но так видно вроде бы. Вон там окно еще есть. И похоже большое. И арочное окно. Вот, вот так видно. Во. А ну-ка, попробуем посветить туда. Пока я не могу туда. Вот так, по-другому. Нифига не видно. Ладно. Пробрался я тут в другое помещение. Арочные потолки. Соседнее, в общем. Нашел тут вход. Тут дверь, что-то все обвалено. В общем-то, дверь, не знаю, какая изначально была, не могу сказать. Стены толщенные. Так, и где это мы? О, тут тоже что-то все в кирпичах. Вообще не представляю даже, что тут было. Сложно сказать. Ой, ёпарас, это как бы не навернулся еще. Так, ладно. Посмотрим, что доступно. Вот такие арки. Красота просто. Просто красота. А какая же тут глубина? Сейчас попытаюсь сориентироваться. Вот такие окна под землей. В общем-то, там где-то видно, солнышко просвечивает. Но ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это все далеко. В общем, я не представляю, для чего на такой глубине сделать окно. Вы видели, да? Сейчас я еще покажу. Чтоб видно было. Ой, посмотрите, там видите, где вообще земля? Это, скорее всего, тогда, можно сказать, отдушина, а не окно. Но что-то для отдушины как-то вам не кажется, что слишком большое? Вот тут явно что-то еще заложено, арка. Как будто должно быть продолжение, а его нет. И вот все в таких арках. Вот такие арочные потолки уже побеленные. Ну и в ту сторону, похоже, тоже. Но пройду все-таки, вдруг что-нибудь интересное увижу. Так, кабеля. О, электричество. Надеюсь, тут нету его. Ага, вот здесь. Вроде как поближе. Ну не, не поближе. Тоже далеко где-то. То есть я где-то на глубине. Тут 4 метра точно, как минимум. Как минимум 4 метра глубина. Ну здесь явно что-то когда-то подавалось вот так, но, скорее всего, я так понимаю. Электричество, кабеля. Странно, что их не выдрали еще. Так, что тут еще интересненького мы найдем? Быстренько пробегусь, пока еще чуть-чуть время есть. Ну вот, здесь я пробрался. Вернее, не в окно, а там дверь еще есть. Сейчас я ее покажу. Вот еще окно, вот все арочно, арочно, арочно. Вот еще... Видите, арочка заложенная. Довольно такая крутая. Ладно, тут еще есть здание рядом интересное. Сейчас хочу успеть. У меня время ограничено вокруг пробежаться. Я подозреваю, что там есть тоже подвал, но я не вижу входа. Это очень странно. Тут дверь заложена, тут опять огромное окно. Тут опять арка, тут опять огромное окно. Представляете, окна на такой глубине, а? 4 метра. Вы видели, там метр минимум до этих окон сверху. Ну, в общем-то, пробрался я вот здесь. И вот тут ничего сказать не могу. Стена явно свеженькая, уже приляпана. Даже не знаю, что тут сказать, что тут сказать. О, арочный потолок. Я очень бегаю быстро, наверное, видео получится ужасное. Ладно, я хочу просто успеть, если получится, в следующий раз еще сюда приду. Погуляю тут посерьезнее.